Привет, Декарт, я хочу сделать видео, как я играю в игру, но не знаю, как записывать и редактировать его. Ты мог бы сделать это за меня? Я вышлю тебе игру. Просьба друга. Подождите, в чем дело? Почему я должен на каких-то маленьких негров работать? Все должно быть наоборот. Маленькие негры должны работать на меня. Ребята, вы что, историю не учили, что ли? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в симулятор ютубера, ютуберс лайф. Сейчас потесним PewDiePie, Jacksepticeye и прочих всех аев мы потесним просто на пьедестале. Сейчас для этого нам нужно записать, наверное, видео по выбрать игру. Какое там у меня было второе? Half-Life 2. Укажи тип видео. Вот, геймплей. Все, начать, вспомни. Так, мы переходим на наш шаг настройки. Ну, тут ничего не меняется. Ничего не меняется абсолютно. То есть я... улучшить. Смотрите, улучшить. Белый системный блок. 4 очка рендера нужно. Белая клавиатура. Плазменный монитор. Обычные наушники. Мышь. А что может понадобиться? Наверное, микрофон. Мне кажется, это лучше для летсплейщика, чем все вот то, что сейчас было перечислено. А, это мои характеристики. Это не поддается улучшению никакому, блин. И деньги. Тут деньги как бы важнее, чем вот эти вот штучки. Штучек у меня хватит, а вот денег, наверное, не особо. Сколько у меня? 70 баксов? $250 стоит бело-голубой системный блок. Ни хрена себе обдираловка какая. Не, мы еще не настолько звезды ютубера, чтобы позволять себе такие вещи. Давайте, наверное, запишем, может быть, в конце концов, видео. Куда нажимать? Вернуться в школу, путь к славе. Подписывайтесь. 17 из 500. А почему из 500? Его канал рассчитан на 500 человек максимум, что ли? Я не понимаю. Где функция, блин, что улучшить? Где функция записать видео? Блин, как это нажать? Куда? Клавиатура. Ну, классно, это супер, все. Я согласен. Финал Premiere Light, отлично. Мы будем делать дело или нет? Плата за жилье, $0. Дом твоего партнера, всего к оплате. Так, тут, видимо, надо разбираться. Я ни хрена не понимаю. Черт возьми. Как мы тогда в прошлый раз? Это было несколько дней назад, когда я записывал. Ты получил новые карточки. Сказать что-то смешное. Поприветствовать Махая. Сказать что-то не смешное. Сказать что-то не в тему. Помахать на прощание. Сделать серьезное лицо. Оказывается, для этого нужны карточки, ребят. Для того, чтобы делать все эти движения... Вы не видите? У меня у самого куча карточек в доме просто лежит. Я их не показываю. Они вот сзади вот у меня на полке, там, за синим фоном. Просто пока я их не купил, эти карточки, я не мог сказать всем счастливо, всем удачи, всем пока. Вот так. Не мог просто. Мне нужна была карточка помахать на прощание. Это правда. Игра очень, очень близка просто к реальной жизни. Давай еще раз пробовать. Выбрать игру. Наверное, только отсюда можно начать записывать, да? Геймплей начать. Это странно. Почему нельзя начать отсюда это? Хорошо, продолжить. Видите название видео. А вы знаете, а давайте попробуем получить огромное количество просмотров на это видео. Давайте что-нибудь. Го... Сейчас. Нет. Мы будем писать на английском. Голые. Сис... Сиськи, голые сиськи, Памелы, Андерсон. Так, и, ну, еще, чтобы добить просто окончательно, чтобы счетчик просмотров взлетел до небес, давайте добавим волшебное слово. Фирамир, вот, пожалуйста. Голые сиськи, Памела Андерсон, Фирамир. А, и, кстати, еще нужен пробел, вот. Я думаю, что это видео по Half-Life 2 просто оно взмоет до небес. Давайте проверим. Убил 20 врагов, но и сам погиб. Почему-то, по-моему, мне Counter-Strike показывает. Dust 2 причем. Обрадоваться произошедшему, сказать что-то смешное, сделать серьезное лицо. Отсчет 9, 8, 7, 6. Вот. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, мы играем в Half-Life 2. Афирамир, да, Афирамира нет, но я, извините, мне нужен просмотр. Запись. Обычная игра. Голых сисек тоже нет, да, но зато есть мои зубки. Какой я замечательный летсплейщик, правда. Ну, понятно, что обычная игра, что ты хотел. Но это Half-Life 2, как бы уже игре больше 10 лет. Так что, мы закончили или что? Обрадоваться. Давайте вот это возьмем. Сказать. Ага, мы можем вот по одной. Мы можем одну карточку использовать в одном видео, правильно? Сценарий 2, артистизм 2, звук 1, постпрод. Постпрод 0. Какой-то еще постпродакшн идет. Хорошо. Берем это сюда. Установка света, добавить заголовок, да, давай. О, черт, ты что делаешь? Да ты что делаешь? Мягкий фокус давай. И что, установка цвета или добавить заголовок? Давайте установка цвета, мне это кажется более важным. Рендер, поехали. Голые сиськи Памелы Андерсон, Фимир. На ра не хватило.
бог, древнеегипетский бог ранее захотел, чтобы его имя участвовало в названии этого видео. Он, наверное, какие-то свои божественные связи кого-то прессанул, подергал за нужные божественные ниточки. И таким образом актуальность 48% опубликовать. Конечно, опубликовать, господи. Голые сиськи, Памела Андерсон, Ферамир. Как такое не опубликовать, согласитесь? Итак, опубликовывается. Путь к славе. 67 из 1000, 17 из 500. Голые сиськи Памелы. Какие у нас еще цели, задачи, календарь, друзья? Какие друзья, господи? Какие у него могут быть? Посмотрите, какие друзья? Вот посмотрите на вот это вот. Так, ладно. Может быть, тебе спать надо? Давай-ка поспим. Он вообще спит когда-нибудь? Мне кажется, это не повредит. Давайте хоть немного отдохнет. Unremarkable Kabuki House была выпущена на Ногобок, на NBSoft какую. Я не знаю, что-то куда-то было выпущено. Но это все не имеет значения. Вернуться, путь к славе, смотрите. Подписчики не увеличиваются, просмотры не увеличиваются. О, там один дизлайк был. О, пошли комментарии, смотрите. Или что это? Вот это что? А, это просмотры, господи, я слепой. Я вижу маленький значок, мне показался комментарий. Просмотров 4, просмотров 21. Подписчики 7 и деньги собранные, 24, смотрите, 100 просмотров, хорошо, я думаю, мы можем, в принципе, что нам мешает попробовать замутить еще один видос, пусть даже по этой, по старой игре, укажите тип видео, геймплей, начать, давайте начнем, Empire Planet 2, геймплей 2, давайте вот так и назовем, на этот раз не будем вообще выпендриваться, выкабениваться никоим образом, как бы по Empire Planet же тоже ждут люди видео, правильно, надо как-то... Сказать что-то смешное. Давайте используем. Так. Еще. Враг уничтожил твою базу, пока ты атаковал. Вот какая-то стратегия, судя по всему. Далее, в общем, поняли. Это сюда. Какой эффект используем? У нас добавить заголовок. Давай в этот раз добавим заголовок. Установка цвета. Рендер. Поехали. 4-часовой рендер. Актуальность 42, контент 26. Рекорд. Что бы это значило? Качество 2, 1. Что значит контент 26? 26 минут видео, это рекорд. Ну ты и слабак, чувак, кстати, такой рекорд у тебя. Новый уровень, монтаж, смотрите, монтаж потрясающий просто, наверное, был. Я два эффекта добавил, но мы прокачиваемся потихоньку опубликовать. Мама, я буду звездой! Сынуль, ты уже затрахал, ты оправишься в школу, нет? Ты ничем не занимаешься на этой неделе, на следующей, надеюсь, будет лучше, мама. Мама тычет в тебя своим кривым пальчиком. Голые сиськи Памелы уже собрал 115 просмотров, мы идем на рекорд однозначно. 33 подписчика. И сейчас же, кстати, еще... О, смотрите, тут уже 2 дизлайка. 3 лайка, 2 дизлайка. Чё-то так бедновато вы лайкаете, дизлайкаете, ребята. Просмотров-то всяко больше, я думаю. Давайте. Комментарии, кстати, можно было комментарии прочитать. Так, блин, а я что, уже все? Я уже не смогу их прочитать? А, вот комментарии. Так, наконец-то видео по HAL PC. Ждал целую вечность. Делберт. Декарт Делберт. Мы прям братья по именам. Будь у тебя даже самый лучший сценарий с такой съемкой, тебе никогда не добиться успеха. Сценарий лучшее, что есть в этом видео. Сценария не может быть в этом видео. Блин, это всего лишь геймплейная нарезка. Мои глаза. Как кто-то на ютубе может делать такой ужасный монтаж? Которого нет, в принципе, да? Там, наверное, нету монтажа-то как такового. Я обожаю Empire Planet 2 геймплей. Он безумно интересный. Вот. Это все так пишут, интересно, комментарии на ютубе. Я просто такого не видел, чтобы кто-то писал. Я обожаю и четко вот... Название видео копировал прямо. Безумно интересное. Обычно пишут, я обожаю, мне нравится твой видос. Но никто не пишет, мне нравится твое видео, такое-то название, такая-то эта игра, еще черточка и серия номер 5. Ну что за бред? Сценарий лучшее, что есть в этом видео. Опять тот же чувак, по-моему, пишет. Одно и то же, спамит под всеми видосами. Ну надо же, я совершенно не ожидал. Геймплей по Half-Life 2, спасибо. Геймплей по Half-Life 2 внезапно вызвал у меня новый интерес к этой игре. Наконец-то видео по HAL-PC, ждал целую вечность. А-а-а, если человек ютубер, то я Бэтмен. Ужасный монтаж. А может ты Бэтмен? Откуда мы знаем, чувак? Может ты сам не знаешь, что ты Бэтмен? Брюс Уэйн, он тоже не всегда знал, что он Бэтмен. Он, наверное, только в один прекрасный момент понял. Я хочу одеть костюм летучей мыши. До этого он этого не знал. Ты еще мелкий трендюк, как и все те, кто написали мне плохие комментарии. Ты еще не знаешь, что ждет тебя впереди. Хорошо. Такая у нас ситуация. Я думаю, может быть, нам стоит в магазин заглянуть. Что у нас по деньгам? Смотрите, у нас 70 баксов. Ну, вообще, мы как-то хреново зарабатываем, надо признать. Я просто думал купить, может, игру какую-нибудь. Так, здесь мы можем покупать... О, пошли деньги. Все, я богат, я просто богат. Еще раз, подожди. Магазин. Открываем снова. Амазон. Что у нас на Амазоне? HAL PC. HAL PC.
League of Giants каких-то. О, долгожданная Broken Worlds была выпущена на Hell PC. Здорово, это очень радует. Как обновить страницу здесь, объясните мне, потому что... Так, давайте вот еще раз заходим. Где Broken Worlds? Это что-то хорошее. 29, давайте, выберите. Так, купить. Я думаю, стоит купить и попробовать записать по ней тоже видос. Выбрать игру, поехали. Как там она называет? Где моя игра? А, подождите, мне ее еще не доставили. Я извиняюсь, я здесь... О, а между прочим, да, как вы выйти отсюда? Выход, вот, господи. У него что-то тут желтое. Это что? Это прокачка? Давайте-ка потом. Постпродакшн. Усталость. Всем, наверное, нужно поспать, у тебя же есть кровать. Все, о, открыть. Пришла игра. Пока мамка ходит, убирает за мной всякий срач в квартире, мы тут игры, что называется, получаем, покупаем, тратим денежки. Выбрать игру. Где там Broken Worlds это? Вот оно. Укажите тип. Геймплей. Начать. Так, настройка улучшить. Давайте что-нибудь улучшим, может. Скорость починить. О, починить можно. Но вроде нельзя. Улучшить. Так. Что, он что-то улучшать сел? Я нажал там улучшить. А, ну тут опять все в деньги упирается. Денег много не бывает, конечно. Так, не хочется их тратить, честно говоря. 22. Микрофон. Хороший микрофон за 22 бакса. Выберите. Так. Да блин. Комперер. Вот, отлично. Уже денег совсем мало осталось. Может быть, надо... В общем, скоро будет доставлен микрофон. Я думаю, может быть, нам подождать, пока его доставят, и потом записать видео по... Он жрать хочет. А как его кормить? Подожди, как его кормить? Куда идти? Идти поесть. Иди поешь. Пока как раз принесут видео. А мы посмотрим, как он ест. Я никогда этого не видел. Потому что я его никогда еще не давал ему поесть, блин. Бедняги. Мама, дай ему по щам хорошенько, я тебя прошу. Он только жрет и записывает видосы, и ничего больше не делает. Как не стыдно. Так, давай-ка обратно. Ох, ты добьешься когда-нибудь, мама тебе реально будет стоять. Вот проснешься, она сковородой тебе по голове. Ты еще проснуться не успеешь, она тебе врежет. Во, отлично, пришел, открыть. А потом, наверное, спать будем. Так, есть. Новое видео, давай, новое видео создаем. Я уже же это сделал, да? Нет, еще раз начать. Так, снова пошел процесс. Что мы тут можем? Выберите устройство. Station One. Выберите качество. Микрофон. Без фильтров. Двунаправленный, смотрите. Двунаправленная. Мощность очки рендера. Очки рендера мы можем что-то? Мы опять не можем. Ничего он тут не хочет очка рендерить. Продолжить, в общем. Broken Worlds Gameplay 1. Так, давайте, знаете как? Gameplay мы уберем слово. Нафиг оно вообще нужно? А просто... Давайте так. Лучшее видео. Фирамир. Тоже. На всякий случай. Я думаю, сработает однозначно. Смотрите, на нас уже нельзя гнать по поводу того, что мы там какую-то пошлость гоним. Мы сиськи Памелы Андерсон убрали. Теперь просто лучшее видео. Это абстрактное понятие, никто не прикопается. Сказать что-то не смешное. А обрадоваться произошедшему. Давайте обрадуемся произошедшему. А то мы до этого снимали видео, мы вообще ничему не радовались, ни произошедшему, ни не произошедшему, судя по всему. У нас просто этот зубатый хрен вот так вот снимал, говорит, здравствуйте, друзья, с вами до карты. Мы начинаем играть в Broken Worlds геймплей. О, на меня напали. Классный, наверное, был видос, я прям хочется посмотреть. Сценарий далее, давайте сказать что-то не смешное. Это я люблю, поэтому без проблем. Все, далее, поехали. Так, монтаж, идем, склеиваем эту красоту. Установка. А что у него там? Что у него там шипит? Установка цвета, мягкий фокус, рендер. Так, смотрите, 66, 44, рекорд. Видите, новая игра вышла, я ее сразу заснял, и актуальность пошла. Новый уровень артистизма, ничего себе, смотрите, как он прокачивается, обалденно. Все, опубликовать однозначно. Я смотрю, что мы там идем просто на рекорды по артистизму, по всему. Так, теперь иди спать. Завтра новый день, новые комментарии, новые лайки и дизлайки, конечно же, тоже. Потому что за такие зубы дизлайк не поставить просто. Упс, кажется, мой PC достал. Нет, не проблема. Мне надо проверить, как он там. Инфо. Ну, как он там? Починить его надо. Давай починим. Что, он чинит его, что ли, уже? Подожди. А, вот, пришел чувак. Мама. Тебе, наверное, одиноко. Тут мастер пришел. Ты знаешь, задрот, зубатый задрот Декарт. Я вот смотрел некоторые фильмы
Фильмы, конечно же, Фрэнсиса Форда Копполы, шедевры кинематографа, номинированные на Оскар, в которых обычно показывается, что... И ничего такого, не подумайте, что когда приходит сантехник или ремонтник, начинаются у всех мам во всех этих фильмах очень интересные события. Вот тебе не хочется с ним пообщаться? Не хочется. Мама, короче, меня вообще проигнорировала. Все починено. Я хочу проверить некоторые компоненты в компьютерном магазине. Я могу просто нажать апгрейд и таким образом получу к нему доступ. Нажми на свой компьютер и улучши, да? Давайте. В этом магазине ты можешь купить все аксессуары, чтобы улучшить свою рабочую станцию. Каждый компонент нужен... Каждый компонент поставляется или обеспечивает определенные очки рендера. О, и ты можешь даже улучшить... оборудование для... Это кто такой? Для более эффектного. Короче, ты можешь улучшить оборудование для монтажа, для более эффектной работы. Привет, Декарт, я хочу сделать видео, как я играю в игру, но не знаю, как записывать и редактировать его. Ты мог бы сделать это за меня. Я вышлю тебе игру. Просьба друга. Какую игру ты мне вышлешь? Ну, я что, я еще должен... Подождите, в чем дело? Почему я должен на каких-то маленьких негров работать? Все должно быть наоборот. Маленькие негры должны работать на меня. Ребята, вы что, историю не учили, что ли? Нет, пошел нахрен. Не буду я тебе помогать. Магазин. Так. Amazing One. Давайте возьмем. Что еще мы можем купить? Кабуки. Нет, покупать мы ничего не будем. Мы будем задрачивать эти игры, да. О, что-то пришло. Ты практически ничего не учил на этой неделе. Надеюсь, на следующей неделе будет лучше. Знаете, давайте, наверное, в школу пойдем. Я просто так чувствую, что идти учиться. Вот реально, если мы этого не сделаем, мама нас выгонит из дома нахрен просто. Потом надо пойти работать, учиться, работать. Параллельно снимать видео. У нас будет интересная ютуберская жизнь, захватывающая. Так, давай возвращаем. Я поучился. Отстаньте от меня. Так, смотрите. 2К просмотра. Но это, подождите, это какое-то одно видео или что? Делать каждый раз что-то новое на своем видео — это дорога к успеху. Broken Worlds — офигенная игра, но с тобой она становится еще лучше. Сценарий лучший, что есть в этом видео. Делать каждый раз что-то новое. Повторюха, муха, блин, даже не могут нормальный комментарий сочинить. Ну, тренд на ближайший месяц, спасибо за видео. Мои глаза. Понятно, 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 понятно. Недоброжелатели тут. А ты, что это? Что это пришло? А, это тот прислал, придурок. Новую игру. Believing Underwear. Ну давайте попробуем, давайте вот по этому вот запишем. Начать. Конфигурация, вы настроили конфигурацию. Продолжить, да, все мы настроили. Далее все, я даже не буду уже. Даже без слова Ферамир обойдемся, я думаю, все получится. Без кодового слова тоже нас ждет успех. Итак, футбол. Негр дал нам футбол. Ну хорошо, давайте вот это вот сделаем. Потом. Так, сказать что-то не смешное. Это мы любим, да. И, наверное, на этом все, да? Далее, поехали. Так. Ну, что ж такое? Не перетягивай, чувак, ты что, разучился монтировать? Установка, рендер, поехали. 66, 67, рекорд, опять рекорд. Опять контент-рекорд. Что это за... Что это за цифра контент? Что он означает? Не знаю. Идут, смотрите, по звуку у меня улучшение какого-то черта. Не знаю почему, то есть я вообще-то не помню, чтобы... Ну да, микрофон я купил, но я его купил еще раньше. Почему звук улучшается постепенно, я не совсем понимаю. Вообще-то это так не работает. Опубликовать. Поздравляем, ты достиг второго уровня. Когда ты получаешь новый уровень, ты можешь разблокировать новые цветовые булбы, скиллы, видеоклипы и многие объекты в магазине. Нажми свою свою шкалу опыта, если ты хочешь, чтобы увидеть, что ж ты там такое разблокировал. Я так понял, да? Я надеюсь, я правильно перевел. Смотрите, у меня уже почти 1000 подписчиков. Хорошо. У меня была 1000 подписчиков через полгода, блин. Этот гад несколько, 3 или 4 видео загрузил, у него 1000 подписчиков, обалдеть. Канал. Так, открываем канал. Посмотрим статистику хоть. Декарт Channel, subscribe, motherfucker. Просмотр 2,47к. Подписчиков 922. Заработано 5 баксов, ничего себе. Элли, Spiritual Vlogger, Telling Hospital Podcast, Ranking YouTube. Что это значит? Отлично, нет страйков, слава богу. Лучшее видео Ферамир Броукин. Да, все-таки Ферамир, понимаешь, все-таки это лучшее видео, ничего не поделать. Партнерка. Ты не состоишь в партнерке. Партнерки. Бенефитс. Минимум 100к, минимум 200. О-о-о-о. Ну, вообще-то я, блин, я сейчас скажу, я не знаю, что вот это за... Кто вот это вот придумал, но... Партнерку берут гораздо быстрее. Если бы, блин, у меня бы не было еще партнерки, если бы там минимум было бы 100к. Ну что, давайте, может быть, спать ему там надо, не надо. Давайте ляжем спать, наверное. Так, ну смотрите. Достигли мы нехилы. О, пришел этот. Приду. Дай поспать, блин, чувак. Я только лег.
со своими футболами пришел. Спасибо, что загрузил видео, Декарт. Расскажу своим друзьям, какой ты крутой. Спасибо. А, кстати, ты знаешь, что есть очень важная игровая конвенция через несколько недель? Ты сможешь встретиться с хорошими ютуберами и получить признание. Но билет 100 баксов? А, класс. Собери деньги, и мы пойдем туда вместе. Там есть слух, что ты там можешь найти специальные консоли. Я не знаю, как бы... каким надо быть дебилом, чтобы потратить 100 баксов на эти потрясающие, блин, мероприятия, где ты сможешь сфотографироваться с известными ютуберами. Господи, какая важная цель в жизни. Ну, я не знаю, мне придется туда ехать по сюжету или нет? Вообще, я бы обошелся без этого, честно говоря. Но он же у нас, понимаете, он же у нас еще маленький школьник-задрот. Он думает, что он там встретится с ютуберами, что ему там контракты предложат многомиллионные, да? Как люди туда ездят-то постоянно. Они реально думают, что в этих местах им что-то там обломится. Ну вот он у нас, наверное, будет такой же. В общем, посмотрим, хватит ли ему благоразумия, точнее, хватит ли мне благоразумия его от этого шага удержать. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий под этим видео, ставьте этому видео лайк, открывайте описание внизу под роликом, там внушительное количество плейлистов довольно-таки. Есть ссылка на группу ВКонтакте, вступайте в нее. Прямо перед вами плейлист на игру. Что ж такое? Ютуберс Лайф, да, открывайте его, и всем счастливо, всем удачи, всем пока.